Привет! Сегодня на обзоре у нас цилиндр ЧИЗа P4. Вот с таким ключиком. Этот ключ просто сюда влазит, чтобы было понятно, какой здесь профиль. Но он сюда не подходит. У меня от этого замка нет ключей. Сейчас я покажу, как он открывается. Значит, использовать будем... Это у нас фольга 1 мм толщиной. Не 0,8, не 0,6, 1 мм. И наш обновленный инструмент. Мы чуть-чуть его доработали. Он стал еще немножко лучше. Итак... На задней части есть ребро. Наложим сюда фольгу. Фиксируем. После чего в комплекте есть вот такая форма. Ей придаем форму. Вот. Также нам понадобится такая карточка. Любая. Проглаживаем. Хорошо. И потом перекладываем на обратную сторону. Пробуем аккуратно вставлять. Какие нюансы при открытии? Можно вот так качать, но я рекомендую вот такими движениями. И как бы ключ мы не ломаем, а как бы стараемся, ну, примерно вот так вверх-вниз его внутри качать. Повернули налево, держим под нагрузкой. Качнули направо, качнули. За счет таких манипуляций меньшая вероятность, что замок попадет в ловушку. Так называемый антипикинг. Если вдруг вы открываете, у вас замок с первого раза не открылся, попал в ловушку, перезаряжаете фольгу, пробуйте заново. За счет жесткой фольги он немножко дольше открывается, но результат налицо. Тот, кто знаком с данными замками, они очень точные. То есть в этих замках вот тут перепад видно, да, какой? И тем не менее они открываются. Попробую показать, какой здесь был рисунок. Тут тоже второй пин высокий, первый, третий. Глубокий, один высокий, и так же самое. От ручки первых два высоких, сразу глубокий. Ну, я считаю, работает инструмент четко.